На один день стать подмастерьем госавтоинспекторов, увидеть их работу, что называется, изнутри. Такой шанс выпал учащимся юридического колледжа. В Иваново стартовала акция «Студенческий десант». Сегодня студентов принимает у себя ГИБДД. Для студентов была организована небольшая экскурсия. Им показали, как работает дежурная часть. А затем они отправились с инспекторами ДПС на улицы патрулировать улицы города. На улице Фрунзе экипаж патрулирует переход. В поле зрения инспекторов – водители, не предоставляющие преимущества пешеходам. Учащиеся второго и третьего курсов вручают водителям специальные буклеты. Наблюдают за работой дорожных полицейских, задают вопросы, но стараются не мешать. Несмотря на суровые погодные условия, о том, что согласились поучаствовать в акции, ребята не пожалели. И в принципе не против после окончания вуза стать коллегами инспекторов. Сверстники рассказывали, то, что те, кто уже ходили сюда, то, что интересно было, вот решил тоже пойти и посмотреть. А работа с сотрудниками, ну, можно попробовать дальше, в дальнейшем поработать. Ребята своими глазами видят, что многие водители реагируют на замечания сотрудника ГИБДД спокойно, но кто-то срывается. В этом основная сложность профессии – не отвечать негативом на негатив, а просто делать свою работу. Ну и еще знать закон и правила дорожного движения. А сегодня погода стала еще одним испытанием. Но инспектор ГИБДД должен быть на посту вне зависимости от температуры и осадков. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.